Нет, если это маска. Всем привет, ребята! Вы на канале Костя Про, и это маска, если что. Мы купили сейчас в магазине, были только пришли домой, и мы сейчас будем собирать вот такое яйцо. Вот такая горилла, яйцо и прочее. Нет, тут у нас, по-моему, ленивец. В общем, ребят, да. Мы купили такое яйцо. Да, я вам расскажу. Тут написано, что нужно поместить его в стакан, залить водой, оставить на 24 часа, и вот такой вот появится у нас ленивец. Давайте, ребята, где у нас? Поэтому сейчас мы его распакуем, поместим в стакан, зальем водой. Да, давайте, ребята, опа, открываем. Я даже не чепится вам, я у меня не чепится. О, вот это яйцо. Какое яйцо, покажи его. Ага. Наверное, его нужно разбить, если что. Сейчас узнаем. Мы достали. Так, ребята, ставим его в кружечку. Да. И сейчас будем заливать водой. Да. Вот у нас кружка воды. Она горячая? Нет, вода комнатной температуры. Она и не горячая, и не сильно холодная. Значит, теплая. Такая, осторожно. Заливаем. Пьем, ребята. Вот оно. О-о-о-о-о! Пускает какие-то бульки. Все. Ну и теперь мы оставляем это яичко на сутки. Оставляем наше яйцо на подоконнике. Да, ребята. Здесь вот где-то мы его поставим. Все. Ребята, короче, вот. Уже 2 дня прошло, и вот сейчас обед, и не обед, короче. И вот время вышло, вот такая у нас получилась. Так, ребята, в общем, мы подождали нужное время. А точнее, не 2 дня, как Костя сказал, 24 часа. Мама. И получилось мама, вот такой вот ленивец мама, из яйца. Это второй день как бы. Ну, как бы сутки прошли. Да, второй день сутки. Вылупился у нас вот такой вот ленивец. А я хотела давно потрогать яйцо это. Так, яйцо все размякло. И вот такой вот ленивец у нас появился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Всем пока! И до новых встреч. Покажи еще раз нам ленивца. Да. Вот такой вот. Почти такой же, как... Не, он больше. Как на коробке.